Но если мы хотим, чтобы сохранить украинский язык, мы должны стать богатыми. Тогда на нашем языке заговорят соседи. А так как мы нищие, никто не будет говорить на языке нищих. Вот о чем говорит либертарианская партия Перес. Разбогатейте, добейтесь, чтобы у вас ВВП был 50 тысяч долларов на душу населения. И поверьте, Белоруссия быстро на украинский перейдет. Молдавия, все прибрежные страны перейдут на украинский.